الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Дорогие братья по вере, тот, кто посмотрит на ряды мусульман и их положение, станет ясным ему их сильная беспечность и безразличие. Даже увидит в них сильную дерзость и упорство в грехах. Это дерзость от мусульман. Грехи совершаются, дела поклонения избегаются. Как много грехов, которые вызывают наказание Аллаха. Наказание Аллаха, Он уготовил его тем, кто ослушался, какая бы их родословная ни была знатной. И рай Аллаха, Он уготовил его праведным, своим послушным рабам, даже если и были низкого происхождения. «Инна акрамакум индаллахи атқакум» и самым почитаемым перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненные. Достойный почета перед Аллахом – это тот, кто боялся его. Это дерзость. Среди мусульман есть такие, которые пренебрегают намазами. Даже среди них есть такие, которые оставили свои намазы. И среди них есть тот, кто пожирает лихвы и проценты, и среди них есть тот, кто ворует, и тот, кто обманывает, лжет и мошенничает. И среди них есть те, кто пожирает имущество людей незаконно, и тот, кто ослушается своих родителей. И среди них есть тот, кто доставляет неприятности соседям, и те, которые занимаются злословием за спиной и разносят сплетни. И среди них есть те, кто свидетельствует лживо и присутствует при лживых разговорах. И среди них есть те, кто порывает родственные связи. И среди них есть те, кто не соблюдает пост в месяц Рамадан. И среди них есть такие, которые подражают иудеям и христианам в их жизни и поведении. И среди них есть те, кто обижает праведных рабов Аллаха. И среди них есть такие, которые идут по дороге лицемеров. И среди них есть такие, которые впали в мерзость прелюбодеяния и пьют спиртное. И среди них есть такие, которые оставляют своих детей, портящими свою жизнь, не воспитывают их согласно религии и не обучают их правильной, чистой акиде. Даже, может, наоборот, содействуют им в дурном, поставив дома развращающие музыкальные инструменты и телевизоры. Переполнены дома песнями и музыками, голосами певцов. Переполнены спектаклями и сериалами. Беспечны по отношению к чтению книги Аллаха, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. Заменили книгу Аллаха звуками свирели, голосами шайтана. Эти грехи разве недостаточно для того, чтобы разжечь адский огонь под теми, кто их совершает? О да, конечно. Даже один грех из этих грехов достаточен, чтобы уничтожить эту умму в этой жизни и последней. Погиб народ по причине обвешивания в мерах и весах. И погиб народ из-за греха мужелоства. И так были погублены народы по причине грехов. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться.
وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Вот некоторые из них сказали: зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям? Они сказали, чтобы оправдаться перед вашим Господом, быть может, они устрашатся. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Когда они забыли о том, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они приступали, за то, что они поступали нечестиво. Погиб этот народ по причине того, что ловили рыбу в субботу путем хитрости и уловок, в то время как Аллах запретил им ловлю рыб в этот день. Ставили сети в пятницу и попадались туда рыбу в субботу, потом извлекали их в воскресенье. Таким образом, удалась их уловка, этот грех, и погибли в этой жизни, а в последней жизни вкусят ее погубные последствия. И как много хитростей и уловок в жизни мусульман сегодня. Дорогие братья, почему это происходит? Происходит это потому, что беспечность и безразличие заметно возросла в наших сердцах. Стали не такими верующими, какими надо. Стали не такими верующими верой в то, что ожидает нас в ахире. Приводится в сборниках ас-сахиха, со слов Анаса ибн Малик, رضي الله عنه, сказал: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Однажды посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم обратился к нам с такой проповедью, подобно которой я никогда раньше не слышал. И он сказал: если бы знали вы то, что известно мне, то непременно смеялись бы мало, а плакали много. Сказал Анас: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. И тогда сподвижники посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم прикрыли себе лица руками и принялись плакать, не раскрывая ртов. Другой версии этого хадиса, который приводит Муслим, сообщается, что Анас رضي الله عنه сказал: в свое время посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, узнавший нечто о своих сподвижников, то есть нечто такое, что ему не понравилось, обратился к нему с проповедью и сказал: «Уридат алейя ль-джаннату ван-нар, фалам арака ль-яуми фил-хайри ва-шар, валау та'ламуна ма а'лам, ладахиктум калилан, валабакайтум кафира». Мне были показаны ад и рай, и никогда не видел я ничего более хорошего и ничего более дурного, чем в тот день. Если бы узнали вы то, что известно мне, то непременно смеялись бы мало и плакали много. Сказал Анас: и этот день стал самым тяжким для сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые покрыли себе головы и принялись плакать, не раскрывая ртов. Посмотри на эти сердца, мягкие сердца. Если бы знали вы то, что известно мне, то непременно смеялись бы мало и плакали много. Заплакали, потекли слезы по их щекам от страха перед Аллахом, Господом миров. А мы сколько слышим аятов, сколько слышим назиданий, сколько слышим увещеваний, и никто из нас не устрашился, кроме тех, над кем смилостился Аллах. И в хадисе Абу Дарра, ради Аллаху анху, который приводит от Тирмизи, Ахмад ибн Маджа, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инни ара ма ла тараун, ва асмау ма ла тасмаун». Поистине, я вижу то, чего не видите вы. Поистине, я вижу то, чего не видите вы. Аттати ссама, ва хукка лаха анта илт, ма фиха маудиу арбиа асаби' илла, ва малакун вадиун джабхатаху сааджидан лиллахи та'ала. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. Поистине я вижу то, чего не видите вы. Заскрипело небо. Скрип. Звук, издаваемый седлом, если будет тяжелым. Заскрипело небо,
и оно имело право на это. Ибо на каждые четыре пальца приходится по одному ангелу, склонившемуся перед Аллахом Всевышним в земном поклоне. Небо переполнено, битком набито ангелами. Нету там места и на размер четырех пальцев, иначе как там ангел, павший перед Аллахом в земном поклоне. Потом сказал, саллаллаху алейхи вассалям, клянусь Аллахом, если бы знали вы то, что известно мне, то непременно смеялись бы мало и плакали много, и не наслаждались бы женщинами на ложах, а выходили на дорогу и громкими голосами обращались бы к Аллаху Всевышнему с мольбами о спасении. Если б знали мы, какие виды наказания приготовлены у Аллаха, какие виды сильных мучений есть у Него, Субханаху ва Та'аля, не наслаждались бы женщинами на ложах. Более того, и утвердились бы наши стопы в наших домах, и не нашли бы мы в них спокойствия, а вышли бы на дороги и смиренно обратились к Аллаху, чтоб спас нас от Его наказания. Так сказал ваш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. О, дорогой мой брат муслим, в этих двух великих хадисах указание на величие наказания Аллаха, уготовленного для тех, кто ослушается Его, на их мучительность и невыносимость. Будь внимателен, осторожно! Удивительный смех того, как спокойно сердце того, кто погряз в грехах и ослушании, и не знает, каким будет его конец и куда попадет. Удивительно наше положение, о братья. Как мы упускаем из виду то, что ждет нас впереди. Субханаллах. Разве не читаем мы Коран? Клянусь Аллахом, да. Разве не читаем мы хадисы? Клянусь Аллахом, да. Тогда почему? Поистине, есть препятствие и преграда между пониманием Корана и его проникновением в сердца и между нашими сердцами. Есть преграды. Грехи. Это грехи мешают проникновению Корана в наши сердца. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Дорогой мой брат, что будет с тобой, когда к тебе явится смерть, а ты в безразличии и пренебрежении? Аллах говорит в своей священной книге: «Я أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ». وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Вот те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха, а те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи, предоставь мне недолгую отсрочку, я буду раздавать милостыни и стану одним из праведников». وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах видит о том, что вы совершаете. Или что будет с тобой, о брат муслим, когда будешь помещен ты в могилу, а ты не родив, по отношению к Аллаху, небрежен, погружен в грехах и ослушаний. Аллах говорит в своей священной книге: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
алейса фи джаханнама масвал лиль мутакаббирин. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближение. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху, я был всего лишь одним из насмехающихся». Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных». Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучение: «Если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих добро». «О нет, тебе явились мои знамения, но ты счел их ложью, возгордился и был одним из, неверующих. И в день воскресения ты увидишь тех, которые возводили ложь на Аллаха с почерневшими лицами». Разве не в гиене обитель, разве не в гиене обитель возгордившихся? Дорогой мой брат, твой Господь сообщил тебе о состоянии тех, кто подвергнется мучениям, чтобы ты остерегался и опасался совершать грехи, дабы не оказался ты включенным в их состав, ибо поистине, если ты будешь идти по их дороге в этой жизни, то пойдешь по ней и в ахире. Поэтому тебе надлежит посмотреть на их состояние там, как они будут передвигаться с одного места на другое на поле судного дня в день расчета, пока не войдут во врата гиены и пока не войдут в огонь. Внимательно посмотри на их состояние. И Аллах поведал нам о них, дабы остерегались от такого исхода. Говорит наш Господь в своей книге: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед их Господом, отвечая друг другу словами. Как шайтан приукрашивает для них деяния в этой жизни и представляет их человеку в хорошем виде. Все это в этой жизни. Как долго они радовались, когда совершали мерзкие поступки. Как долго они радовались, когда грешили и делали запретное, и когда помогали друг другу в грехах и нечестии. Все это было в этой скоротечной жизни. Что касается той жизни, то посмотри на них. Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед Господом. Стояние! Стояние перед Аллахом на ногах! 50 тысяч лет! Не переместятся с поля расчета таких обителей огня только через 50 тысяч лет. Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед Господом. И беззаконники делятся на два вида. Глава, которая призывает, и идущий след. Тот, кто следует, и тот, за кем следует. Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед их Господом, отвечая друг другу словами. Те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились. Те, которые были слабыми. Последовательно. Те, которых обольстила мирская жизнь, те, которые потыкали своим прихотям, которые шли на уступки и отвечали взамен на деньги, которые им давали, отвечали ради денег, гнались за имуществом, были готовы следовать за каждым злодеем, подчиняясь ему во зле, ради того, чтобы получить что-либо из денег, скажут эти слабые тем, которые превозносились. Если бы не вы, то мы стали бы верующими. Те, которые превозносили, скажут тем, которые были слабыми: «Разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам?» Нет, вы сами были грешниками. Мы вас знали только как грешников. Ни в один из дней мы не видели вас творящими добро. Это их главари, их предводители, которые вели их за собой ко злу в мирской жизни,
Скажет судный день, разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам? Нет. Вы сами были грешниками. Вы же были сами на дороге грехов и ослушаний. Мы не знали вас как праведников. Вы сами были грешниками. Тогда те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились. Вы замышляли козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с ним других. Вы строили козни ночью и днем, планировали, как разрушить религию и повредить мусульманам. Когда же они увидят мучения, они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шеи неверующих. Диалог. Диалог между обитателями огня на поле судного дня. Также поведал наш Господь о них в своей великой книге, сказал: «Валяу яру лавина заляму, ив яруна л'азаба, анна л'куввата лиллахи джамиа, ва анна Аллаха шадиду л'азаб, ив табарра лавина ттубиу мина лавина ттабау, ва раау л'азаба, ва такаттаат бихиму л'асбаб». وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения, когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». Таким образом, Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из огня. Посмотри на это зрелище. Посмотри на тех, кто следовал, и на тех, за кем следовали. Как объявят те, за кем следовали, свою непричастность и полностью отрекутся от тех, кто последовал за ними. И как те, которые последовали, будут мечтать о возвращении в мирскую жизнь для того, чтобы отречься от их вождей и предводителей. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся, их отношения прервутся, привязанность и любовь прекратятся, содействие в грехе завершится. Аль-ахилляу яума изим ба'духум ли ба'дин адуун илля аль-муттакин. В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных. Станут врагами друг другу. Вражда, непрерывная вражда, ненависть, кроме богобоязненных. Скажут: если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Таким образом, Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из огня. На поле дня воскресения станет тяжелым для них расчет. И будут испытывать тяжесть, когда будут отчитываться. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, в хадисе Аиши, ради Аллаху анха, как это приводится в сборниках Ас-Сахиха: «Ман уззиб, ман нукиш аль-хисаба, уззиб». Тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию. И здесь, посмотри на их состояние в судный день, когда усилится их печаль и грусть, станет великим их горе, станет сильным их сожаление, станут смиренными перед Аллахом, и жалостно будут молить у Аллаха, чтобы вернул их в мирскую жизнь, дабы совершать благие дела. Дорогой мой брат муслим, благие дела доступны тебе сейчас. У тебя сейчас есть еще возможность исправить свое положение и совершать праведные поступки. Аллах сообщил нам, что произойдет судный день, дабы потом не раскаивались в совершенном, и чтобы остерегались сожаления на поле дня воскресения. Сообщил нам о состоянии грешников в этот день, которые станут в стороне от верующих. «Вамтазу льяума айюхаль муджиримун». Отделитесь сегодня, о грешники, отойдите в сторону, не приближайтесь в ряд верующих. Будут стоять грешники на одной возвышенности,
и каждый со своим грехом в отдельности. Однако все они, несмотря на разновидность своих грехов, различия видов преступлений, несмотря на их различия во времени пребывания в мирской жизни, несмотря на разницу в языках и цветах, все они совпадаются в одной потребности, сходятся в одном. Это их просьба у Аллаха, чтобы возвратил их в мирскую жизнь для совершения благих дел. Сказал наш Господь в своей книге: «Валяу тара идил мужримуна накису руусихим инда раббихим, Раббана абзарна васами'на фарджи'на на'маль салихан инна мукинун». Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом: «Господь наш, мы увидели и услышали, пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину мы обрели убежденность». Если бы ты видел, как грешники опустят головы. Субханаллах. Где возгордившиеся? Где те, которые превозносились над праведными рабами Аллаха? Где те, которые превозносили над мусульманской общиной, крестоносцы, иудеи и все остальные кафиры? Где они сегодня? Все собраны, опустили головы, покрытые унижением, с испуганными взорами, разочарованы. Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом: «Господь наш, мы увидели и услышали. Мы увидели Твое обещание и угрозу. Мы услышали Твое обещание и угрозу. Мы увидели и услышали. Обрели полную убежденность, истинную убежденность. И увидели своими глазами доподлинно. Не осталось у нас никакого сомнения. Господь наш, мы увидели и услышали. Что вы хотите? Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину мы обрели убежденность. Верни нас, мы обрели убежденность». Разве ты не читал это, дорогой мой брат муслим? Разве ты не читал это, дорогой мой брат муслим? Осторожно. Остерегайся быть беспечным. Не проявляй небрежность в совершении благих дел. Придет день, очень сильно будешь сожалеть. Эти люди, посмотри. Посмотри, что они жаждут. Жалеют вернуться. Желают вернуться. Желают вернуться обратно в мирскую жизнь, дабы творить праведные дела. Господь наш, мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. И мы будем поступать праведно. Воистину мы обрели убежденность. Говорит Аллах: «Валяу ши'на ла атайна кулла нафсин худаха, валякин хаккал каулу минни, ла амна анна джаханнама миналь джиннати ваннаси аджма'ин. Фазуку бима наситум ликаа яумикум хаза, инна насинакум, вазуку азаб алхульди бима кунтум та'малун». Если бы мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнилось слово мое, я непременно заполню гиену джиннами и людьми, всеми вместе. Вкусите за то, что вы предали забвению встречу с этим днем нашим. Воистину, мы предали вас забвению. Вкусите же вечные мучения за то, что вы совершали. Вкусите же их за то, что вы делали, за ваши грехи. Оставляли намазы, занимались риба, пожирали лихву и проценты, пили вино, лгали, совершали прелюбодеяния, отбирали у людей имущество и обманывали. Вкусите же вечные мучения за ваши мерзкие поступки. Посмотри на их состояние. Смотрят на адское пламя, а огонь переполнен яростным ревом и бешенством, как будто он задыхающийся от злости враг. Сказал наш Господь: «Иза раатхум мим маканин баидин самиу лаха тагайюзан ва зафира, ва иза улку минха маканан дайикан мукарранина дау хуналика субура, ла тадау льяума субура вахида, ва дау субуран кафира». Когда она завидит их издалека, они услышат его яростное шипение и рев. Когда их скованные бросят в тесное место, там они будут призывать погибель. Там они будут призывать погибель. Не призывайте сегодня одну погибель, а призывайте много погибелей. Когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное шипение, рев. Огонь страстно желает их схватить, сжечь их кожу, разорвать их тело на кусочки.
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. В тот день приведут гиену, и тогда человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? Он скажет: лучше бы я заранее позаботился о своей жизни. Приведут гиену, сказали уляма, не останется ни один ангел и ни один пророк, иначе как упадет на колени от сильного страха. В Сахих Муслиме передается слов Ибн Мас'уда, رضي الله عنه, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ютта би джаханнама яума идин, леха сабауна альфа зимам, маа кулли зимамин сабауна альфа». يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. В тот день, то есть в судный день, приведут гиену, на которую будет накинуто 70 тысяч поводьев, и за каждый повод станут с плечью за собой по 70 тысяч ангелов. Поэтому сказал Аллах Азза ва Джалль: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. И ад будет приближен к заблудшим. И ад будет приближен к заблудшим. И тогда все упадут на колени. Застынут все от страха. Никто не будет смотреть друг на друга. Никто не обернется. Скажут все, даже пророки: меня. Спаси только меня. Даже Иисус, саллаллаху алейхи вассалям, скажет: о Аллах, я не стану просить сегодня у тебя ни за кого, даже за свою мать Марьям, но буду просить, чтобы ты спас только меня. И передается в сборниках Ас-Сахиха, Сатуф Ади ибн Хатим, радиаллаху анх, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма минкум мин ахад, илля саюкаллимуху Аллаху, лейса байнаху ва байнаху турджуман, фаянзуру аймана минху, фала яра илля ма каддам, ваянзуру ашама минху, фала яра илля ма каддам». وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِ فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ. Не найдется среди вас такого, с кем не станет говорить Господь его, и не будет между ними посредника и переводчика. А потом человек посмотрит направо и не увидит ничего, кроме своих прежних дел, и посмотрит он налево, и не увидит ничего, кроме своих прежних дел, и посмотрит он прямо, и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени ада. Так защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинка финика. И посмотрит он прямо, и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени ада, и верующие будут стоять и смотреть на огонь. Перепугу будут дрожать, и тогда станут сильно сожалеть, говорит наш Господь в Коране: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут: если бы нас вернули обратно, мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими. Станут мечтать. Но принесут ли им пользу их мечты? Нет. Тогда их подведут к огню, и Всевышний вынесет свое решение. Говорит Субханаху ва Та'аля: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом, он скажет, разве это не истина? Они скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет: кусите же мучения за то, что вы были неверующими. О люди и джинны, разве это не истина? Скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Кусите же мучения. О те, кто наслаждались грехами в дуне, кусите мучения. Аллах запретил вам пожирать лихвы и проценты, но вы стали пожирать их. Аллах запретил вам прелюбодеяние, но вы совершали его. Приказал вам совершать намазы, но вы оставили их. Запретил вам беззаконие, но вы распространяли его. Кусите же мучения. Вкусите! Их схватят за шеи и потащат в огонь.
يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь гиены. Соберут их толпами и приведут к гиене. Увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Увидят огонь, им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Они будут взывать, но уже будет поздно. Убедятся, что их конечный исход — это пылающий огонь. Говорит Аллах: «Васиқа аллазина кафару иля джаханнама зумара, хатта иза джауха футихат абвабуха». وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиену. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты. Ее врата будут открыты, все приготовлено для них. Врата открыты, все готово. А огонь с нетерпением ждет их, ждет мяса грешников. Услышат ее рев, она готова разорваться от ярости. Там они перебегаются, там они перепугаются, затрясутся, затрясутся у них поджилки, затрясутся их сердца от сильного страха. Услышат ее яростное шипение, шипение за шипением. Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиену. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты. Ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим? Разве не приходили к вам посланники от Аллаха? Разве не читали сам книги? Разве не приходили к вам увещеватели? Разве вы не слышали слова вашего Господа? Разве не приходили к вам предостерегающие увещеватели? Разве вы не слышали слова посланников? Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно, конечно, мы все слышали». Они скажут: «Конечно». Но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. Будет сказано: «Войдите во врата гиены и пребудьте там вечно». Войдите! Войдите! Вы найдете там то, что обещал вам Аллах. Получите то, чем угрожал вам Аллах. Как войдете во врата гиены, получите все это. Войдите. Как же скверно обитель возгордившихся. Так же сказал наш Господь: «Куллама улкия фиха фауджун саалахум хазанатуха алям ятикум назир. Калу бала кад джаана назир. Факаззабна вакулна ма назал Аллаху мин шейи. Ин антум илля фи далалин кабир». Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходили предостерегающие увещеватели? Разве ко мне приходил предостерегающий увещеватель?» Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: Аллах ничего не посылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении». И здесь они обвинят себя в безумии и помешательстве, и признают, что их сообразительность, которой они обладали в дунье, ничем им не помогла. Скажут: «Вакалу лау кунна насмау ау наакилу ма кунна фи асхаби саир». Они скажут: «Если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. О, если бы мы были рассудительны, не совершали грехи. О, если мы были рассудительны, не отвернулись бы от Корана и Сунны. О, если мы были рассудительны, не предавали бы Аллаху за товарищей. О, если мы были рассудительны, не поклонялись бы могилам. О, если мы были рассудительны, о, если был бы у нас разум, не ездили бы в Туркестан на мавзолеи и могилы. О, если мы были рассудительны, не занимались бы процентами и лихвой. О, если мы были рассудительны, никогда бы не оставляли намазы. О, если мы были рассудительны, не делали бы ширки бида. О, если мы были рассудительны, не брали бы взятки. О, если мы были рассудительны, никогда бы не пили спиртные напитки. О, если у нас был разум, не пожирали бы несправедливо имущество сирот. О, если мы были рассудительны, никогда бы не ослушались родителей. О, если мы были рассудительны, никогда бы не лгали. Скажут:
если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Они признаются о своем грехе. Прочь же, обитатели пламени. И там они начнут все падать в огонь в большом количестве. Будут падать в огонь и станут проклинать друг друга, станут бронить друг друга. Всевышний Аллах описывает нам это в своей книге. Говорит Азза ва Джаль: قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ. Он скажет: войдите в огонь вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас. Войдите. Войдите. Вы найдете там ваших главарей в огне. Войдите. Вы достанете там ваших предводителей в огне. Войдите. Вы найдете там ваших руководителей в огне. Войдите. Вы найдете там тех, которые вели вас к грехам и ослушанию. Скажут им: войдите, войдите. Вас опередило много людей и джиннов. Ужасно огромное количество опередило вас. Они подойдут к огню и зайдут туда. И увидят там тех, которые зашли туда раньше них. А адское пламя сжигает их. Их кожа сгорает и разрывается. Их кишки расплавляются, а мясо съедено. Он скажет: войдите в огонь вместе с народами и числа людей и джиннов, которые прожили до вас. كلما دخلت أمة لعنت أختها. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Будут проклинать друг друга. В мирской жизни они помогали друг другу в запретных делах. Что касается здесь, нет. Будут проклинать друг друга. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: Господь наш, это они ввели нас в заблуждение, это они ввели нас в заблуждение. Удвой же им их мучения в огне. Удвой же их мучения в огне. Посмотри на пожелание приятеля своему приятелю. Посмотри на пожелание друга своему другу. Что с вами? Разве вы не были друзьями? Преданный друг будет желать своему другу, чтоб Аллах удвоил ему мучения в огне. Да, таковы их желания и мечты, потому что они в мирской жизни помогали друг другу в грехах и нечестии. Поэтому говорит Азза ва Джаль: когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: Господь наш, это они ввели нас в заблуждение, удвой же их мучения в огне. قَالَ لِكُلِّنْ دِعْفْ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Он скажет: всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого. Каждый из вас полностью возьмет свою долю наказания, но вы не знаете этого. И поэтому каждый из них будет думать, что он подвергается самому мучительному наказанию, что нету такого в огне, которого наказывают так сильно, как наказывают его. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна ахвала ахли нари азабан яума л-киямати ла раджулун юбау фи ахмасы кадамейхи джамратан, ягли минху мадимагу, ма яра анна ахадан ашадду минху азаба, ва аннаху ла ахванухум азаба». Поистине, в день воскресения наиболее легкому наказанию подвергнется тот человек из числа обитателей огня, на ступни которого будут наложены два тлеющих уголька, из-за чего мозг его станет кипеть, и покажется ему, что никто не испытывает более сильных мук, чем он, тогда как на самом деле он подвергнется наиболее легкому наказанию из них. Представь, мой дорогой брат, эту чудовищную картину. Мозги будут кипеть из-за двух тлеющих уголька, положенных под стопы. И это самое легкое наказание обитателей огня. Что ты можешь подумать о тех, кого будут мучить наисильнейшими наказаниями? Как ты думаешь, что будет с теми, чьи муки будут самыми сильными? Валь-ъяъзу биллях, говорит Всевышний. Он скажет: всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Тогда первый из них скажет последним: вы не были лучше нас, посему вкусите наказание за то, что вы приобретали. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам. Потом упомянул Аллах, какие тяжкие мучения не зайдут на них. Сказал: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Их ложа будут из гиены, а над ними будут покрывала. А над ними будут покрывала. Так мы воздаем беззаконникам. Огонь сверху них, огонь снизу них, пламя заходит им вовнутрь. Так мы воздаем беззаконникам. Когда зайдут туда, увидят там одежду вечного несчастья, приготовленному для них. Когда зайдут туда, увидят там одежду вечного несчастья, приготовленную для них. Увидят там жидкость, жидкий кипяток. Найдут его приготовленным для них. Говорит Аллах: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, то есть сошьют. Кто выкроил эти одеяния? Кто выкроил эти одеяния? Выкроил их тот, который, когда принимает решение, говорит: будь, и оно сбывается. Выкроил им одеяние из огня. Что это за одеяние такое? Поистине, это одеяние злочастия, одеяние вечной кары, одеяние вечных мук. قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارٍ. Для них выкроят одеяние из огня. Субханаллах, какое тело сможет вынести эту одежду? Субханаллах, как Аллах выкрыл эти одеяния? Выкрыл их тот, который взрастил дерево заккум из основания ада. Воистину, это дерево, которое растет из основания ада. Плоды этого дерева, словно головы дьяволов, это дерево растет в огне. Кто тот, который создал дерево в огне? Поистине это Аллах. Ее корни находятся в основании адского пламени. Вид этого дерева ужасный, внушающий великий страх. Что будет с тем, кто будет кушать с этого дерева? فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Они будут пожирать ее плоды и наполнять ими свои животы. Говорит Аллах: قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارٍ. Для них выкроят одеяние из огня. Одевай! Одевай! Поистине, ты одевал одеяние зла в мирской жизни. Ты не стыдился Аллаха. Ты одевал одеяние нечестия и испорченности в мирской жизни. Не стыдился Аллаха, когда грешил. Одевай это одеяние, оно принесет тебе вечное несчастье. Вот тебе огненная одежда, костюм из пламени, приготовлено для тебя. Будет с тобой неразлучно на вечные времена. قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Для них выкроют одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. Аллах не ограничился для них одеянием из огня. Но ангелы придут к ним с горячим кипятком и будут лить его им на головы. И не думай, мой дорогой брат, что размер их головы будет таким, как вы сегодня. Нет, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Дырсу л-кафири яума л-киямати мислю ухуд, ва арду джильдихи саб'уна зира'ан, ва фахидуху мислю варикан». Коренной зуб кафира в судный день будет с размером горы Ухуд, а ширина его кожи будет равна 70 локтям, и его бедро будет с размером горы Варикан, большая гора между Меккой и Мединой. Станут обитатели огня большими в огне, их тела станут большими в огне, чтобы прибавить им мучения и увеличить им наказание. Тогда сколько кипятка прольется на его голову?
на его черепную коробку. Его голова пустыня, конец которой не видать из-за ее ширины и большого размера. Если их рты носят ряд громадных гор, то что сказать о их черепе? Аллах говорит, а на головы им будут лить кипяток. Этот горячий кипяток, когда выльется на голову в первый момент, что сделает с его головой? Расплавит череп, сгорит и потечет потоками и ручьями череп. Расплавит череп, сгорит и потечет потоками и ручьями через гортань. Потечет по горлу, великому горлу, больше, чем какой-нибудь город. И потом, когда потечет и спустится к кишкам, что сделает с ними? Расплавит их в животе. Расплавит кишки внутри человека и потекут. Потом выйдет кипяток из заднего отверстия. Потом потечет и не зайдет ему на кожу, сдерет ему кожу, начиная с головы до конца тела. И вот он идет в огне, идет и тащит за собой свою кожу. Говорит Аллах в этом аяте, «Юсхару бихи ма фи бутунихим валь джулуд». От него будут плавиться их внутренности и кожа. И плюс ко всему этому, «Валахум макамиу мин хадид». Для них уготованы железные палицы. Железная дубинка с утолщенным концом. Для них уготованы железные палицы. Железная дубинка с утолщенным концом. О, умма Мухаммада! О, община Мухаммада! Почему мы не вспоминаем это? Конец грешников, исход беззаконников. Почему не боимся последствий наших грехов? Почему? Ведь ни один из нас, нет у него гарантии от Аллаха, что он попадет в рай. Грехи! Именно грехи сделают творение несчастными в этой и последней жизни. Эти люди, посмотри на их состояние, погрузятся в огонь, исчезнут в долинах ада. Огонь сверху них, огонь снизу них. Говорит Аллах в своей книге, «Куль, иннал хасирина левина хасиру». قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Скажи, воистину потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в день воскресения. Воистину, это и есть явный убыток. Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня. И как бы мы с вами ни представляли жар и пыл адского огня, не сможем прийти к правильному заключению. Послушай этот хадис, который приводит Абу Яля с достоверным иснадом, со слов Абу Хурайры, радиаллаху анху, сказал, по всей видимости, они находились в мечети. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Лау кана фи хадал мазджиди миатун ау язидун, ва фихи раджулу минан нар, фатанаффас, фа асаба нафасуху, лахтаракал мазджиду ва ман фихи». Если бы было в этой мечети 100 человек, или даже больше, и был в ней один человек из числа обитателей огня, затем вздохнул, то сгорела бы вся мечеть и все, кто в ней находился. Это всего лишь его вздох. Что думаешь ты об огне, который обитает у него внутри? Это пар, который выходит изнутри живущего в аду. Что скажешь о самом огне, о брат мой? Говорит Всевышний Аллах, «Инна ллазина кафару би аятина сауфа нуслихим нара, куллама наджат джулудухум баддальнахум джулудан гайраха лиязуку л'азаб». Воистину тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожгем в огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Сказали некоторые ученые, в каждый час им будут менять кожу 100 раз. И эта кожа, ее толщина 42 локтя, будет сгорать в один час 100 раз, а Аллах будет возвращать ее заново. О мусульмане, что с нами творится? Почему наш круг переполнен грехами и ослушаниями?
Почему наши дома переполнены грехами и ослушаниями? Почему наши дома переполнены грехами и ослушаниями? Чувствуем себя в безопасности от наказания Аллаха. Находимся в безопасности от хватки Аллаха. Аминтум ман фиссама, ай яхсифа бикумуль арда фа иза хия тамур. Ам аминтум ман фиссама, ай юрсила алейкум хасибан фа сатаалямуна кайфа назир. Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, и нашлет на вас ураган из камнями, и нашлет на вас ураган с камнями, скоро вы узнаете, каково мое предостережение. Кто безопасен от наказания Аллаха? Кто уверен, что кара Аллаха не постигнет его? Посмотри на обитателей огня, как будут взывать друг другу, как слабые будут требовать у возгордившихся, будут говорить им: мы раньше следовали за вами, слушались вас, когда вам приказывали. Всякий раз, когда вы нас призывали, мы отвечали на ваш призыв. Где же ваша компенсация нам? Отплатите нам за то, что мы вам подчинялись. Говорит Аллах: «Вабаразу лилляхи джамиян, факалат дуафау лиллязина стакбару, инна кунна лакум табаан, фахал антум мугнуна анна мин азаби Аллахи мин шей». قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились: воистину мы следовали за вами, воистину мы следовали за вами. Можете ли вы хоть в некоторой степени избавить нас от наказания Аллаха? Они скажут: если бы Аллах наставил вас на прямой путь, то мы указали бы вам на него. Но теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться. Если бы Аллах наставил нас на прямой путь мирской жизни, то мы указали бы вам на него. Как? Разве вы не говорили, что ваша дорога правильная? Разве не вы говорили? Разве не говорили вы, что мусульмане заблудшие? Разве не говорили вы это? Они скажут: да. Скажут, что они говорили это. Теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться. Бесполезно, будем ли мы бояться наказания или будем терпеть, нам некуда деваться, нам оттуда не выйти. Так же сказал о них наш Господь: «Ид ятахаджуна финнар, фаякулу дуафау лиллязина стакбару, инна кунна лакум табаан, фахал антум мугнуна анна насиба минаннар». Когда они будут препираться друг с другом в огне, слабые скажут тем, которые превозносились: мы следовали за вами, не избавите ли вы нас от доли огня? Мы шли за вами в мирской жизни, вознаградите нас, возьмите на себя хоть чуть-чуть из наказания огня. قال الذين استكبروا إن كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. Те, которые превозносили, скажут: все мы в нем, воистину Аллах уже рассудил между рабами. Также говорит Аллах, описывая их: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Те, которые попали в огонь, скажут стражам гиены: помолите вашего Господа, пусть он облегчит нам, пусть он облегчит наши мучения хотя бы на день. О стражи огня, где ваше милосердие? Пожалейте нас. Разорвалась на куски наша кожа, расплавились наши кишки, расплавились наши кости, рассыпалось наше мясо. Помилуйте нас. Помолите Аллаха, заступите за нас перед Аллахом. Помолите вашего Господа, пусть он облегчит наши мучения хотя бы на день, хотя бы на один день. قَالَ وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Они скажут: разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями? Они ответят: конечно. Они скажут: тогда молите сами. Но мольбы неверующих безуспешны. То есть, сколько бы вы ни взывали, как бы вы смиренно ни взывали, поистине невозможно, чтобы Аллах когда-нибудь ответил вам. Хуже этого, они будут просить о помощи, будут прибегать за помощью к Аллаху, будут просить у него, чтоб напоил их водой.
чтобы дал им попить хотя бы один глоток. И после долгой мольбы придет ответ, придет помощь. Знаешь ли ты, что это за помощь? Сказал Аллах в Коране: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Скажи: истина от вашего Господа, кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверный обитель, сказали ученые. После долгой мольбы, ангелы принесут им воду. Однако, что это за вода? Вода достигла пределов зноя и кипения. И из-за сильной жажды, которая разорвала их кишки и горло, поспешно устремятся к этой воде, чтобы попить. Не страшатся, побегут. Однако, как только приблизится он к этой воде, кожа его лица опередит его. Приблизится бедолага, чтоб попить, но прежде чем попить, уже упадет кожа его лица в эту воду. Ля иляха илляллах. Кто вытерпит это наказание, братья? Братья, мы же слабые. Мы не сможем перенести эти муки. У нас нет силы, чтобы вытерпеть все это. Клянусь Аллахом. У нас нет силы, чтобы вытерпеть жар солнца. Брат мой, может целый день простоять ты обнаженным, без одежды, под солнцем? Не сможешь. Что сказать тогда про этот ужасный огонь, под давлением которого расплавляются скалы и валуны, растопка которого являются люди и камни? Кто из нас вытерпит это? Тогда почему мы так смело грешим? В то время как мы бессильнее не перенесем это наказание? Дорогой мой брат, сколько одного из нас обжигала капля воды, отрывала с кожи, и никто из нас не мог притронуться к ней. Как? Как? Как же с ними там, где их будут сжигать днем и ночью, где будут пить из горячего кипятка, где будут питаться из дерева закум, и слои огня сверху них наложены, и слои огня снизу их. Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. «Залика юхауифу Аллаху бихи ибадаху я ибади фаттакун». Этим Аллах устрашает своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня. Какие мы дерзкие, о братья. Как мы отважно идем, так в огонь, о братья, неустрашимо идем. Аллах говорит: если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобно расплавленному металлу, который обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверный обитель. Один из них будет мечтать там о питье, даже если это будет морская соленая вода. Ванада асхабу нари асхаба аль-джанна. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله
обитатели огня вас зовут к обитателям рая. Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах. О, обитатели рая, пожалейте нас. О, обитатели рая, пожалейте нас. Мы хотим пить, напоите нас. Дайте хотя бы глоток воды или то, чем вас наделил Аллах. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Они скажут, Аллах запретил это для неверующих. Не найдут там даже глотка воды. Не найдут там даже глотка воды. О умма Мухаммада, о община Мухаммада, о братья, давайте пожалеем самих себя. Давайте пожалеем самих себя, братья. Почему мы не будем жалеть себя? Ведь наши души дороги нам. Мы сегодня бережем себя от жара солнца и от незначительного холода. Бережем себя от пыли. Защищаемся от укуса комара. Как же не будем беречь себя и защищать себя от этого великого наказания, наказания огня? О, община Мухаммада, о, умма Мухаммада, осторожно, бойтесь и страшитесь и остерегайтесь, страшитесь, огонь не щадит и не оставляет, огонь не щадит и не оставляет, остерегайтесь наказания Господа миров, грехи, остерегайтесь совершать грехи, остерегайтесь ослушаться Аллаха. Испытай себя, дорогой мой брат, положи свою ногу раскаленный асфальт, смотри, положи свою ногу на раскаленный асфальт, сможешь ли вытерпеть жар ахиры, не сравнится с жаром этой жизни, о умма Мухаммада, огонь, говорит Аллах в своей книге, фаандартукум нарон талавва, я предостерег вас от пылающего огня, фаандартукум нарон талавва, я предостерег вас от пылающего огня. «Ла ясляха илля л-ашка, аллази каззаба ва тавалла». Войдет в него только самый несчастный, который считает истину ложью и отвернулся. А предостерег вас от пылающего огня. Это предостережение от Аллаха нам предостерегает от огня. «Я айюха л-лазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха ннасу ва л-хиджара». О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопка которого будут люди и камни. Прошу всемогущего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы спас нас от наказания огня, чтобы отвратил нас от мучения в Гиене. Поистине, мучения там не отступают. Также прошу Его, чтобы улучшил наши слова и дела, и чтобы объединил нас, и чтобы уберег нас от ширка и бидаата, и прошу Его, чтобы уберег нас от адского пламени и дел, ведущих туда, так же, как прошу Его, чтобы вел нас в дом Его милосердия, в дом почета и прекрасного удела, в рай, ширина которого небеса и земля. Субханак Аллахму ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант. أستغفرك وأتوب إليك.